Сегодня мы, наверное, так очень-очень издалека приблизимся вообще к теме генетических тестов и поговорим мы в первую очередь о номенклатуре. Дело в том, что на бланке генетического анализа, который получает врач, в принципе, любой специальности, находится очень-очень много обычно букв и цифр. Причем бланки эти не всегда стандартизованы, и там можно увидеть самые разнообразные буквы и цифры. И вот для того, чтобы врач-гинеколог, в первую очередь, да, сегодня мы будем говорить об этом, понимала, что же вообще такое написано, и мог совершенно ловко, виртуозно этими цифрами и данными оперировать, мы сегодня приблизимся к пониманию номенклатуры генетических тестов. Для этого мы будем использовать, да, для этого мы будем использовать международные стандарты, базы данных и наши бланки, с которыми работают наши доктора.